Привет, ребята, меня зовут Роман, и вы смотрите канал Видео Лепка. В прошлый раз я лепил Metal Соника, а сегодня, по вашим просьбам, я слеплю друзей Соника, Лиса Тейлза и Ехидну Наклза. Майлз Прауэр более известный по прозвищу Тейлз. 8-летний двуххвостый лис, являющийся лучшим другом и большим фанатом Соника. Впервые появился в игре Sonic the Hedgehog 2, где по сюжету был похищен доктором Эггманом. Имея такой же высокий уровень IQ, как и у доктора Эггмана, Тейлз прекрасно разбирается в механике. Он построил множество механизмов, в том числе несколько самолетов Торнадо, на которых вместе с Соником совершает путешествия. У Тейлза также есть собственные способности. Он умеет летать, вращая своими двумя хвостами, как пропеллером, и плавать под водой, в отличие от Соника, который не любит воду. Настоящее имя лисенка Майлз, однако он сам себе взял имя Тейлз, этим самым подчеркивая свою отличительную особенность – наличие двух хвостиков. Хвостики, кстати сказать, стали причиной для серьезной травли Тейлза в детстве. У него вообще не было друзей. Однако именно так во время своих одиноких прогулок по пляжу Тейлз и повстречал Соника. Он увидел самолет Соника, и как механик Тейлз просто обязан был осмотреть находку. После этой встречи Тейлз понял, что встретил лучшего друга, с которым они прошли без преувеличения огонь, воду и стальные трубы заводов Эггмана. Тейлз сам по себе очень открытый и коммуникабельный лисенок. Несмотря на почти вдвое меньший возраст, чем у Соника, его таланту изобретать и собирать позавидует даже сам роботник. Итак, ребята, вот такой лисенок Тейлз у меня получился. Далее буду лепить Ехидну Наклза.
Ехидна Наклз – 16-летняя красная ехидна, потомок древнего племени, охраняющего могущественный камень Мастер Изумруд. Впервые Наклз появился в игре Sonic the Hedgehog 3 в качестве соперника. Однако, несколько позже переходит на сторону Соника и становится одним из основных персонажей серии. Наклз – гордый и верный своему долгу персонаж. Он старается оставаться серьезным в противовес веселому и беззаботному Сонику, из-за чего пребывает в напряженных отношениях с ним. В то время как Соник является самым быстрым персонажем, Наклз обладает большой силой. Он может поднимать большие блоки, превышающие его собственный вес, а также разбивать их между собой. Наклзу также присущи умение парить в воздухе, теряя высоту, а зацепившись в полете за стену, карабкаться по ней. Наклз хоть и себе на уме, но также является надежным напарником для Соника и друзей. Обладая недюжиной силой и крепким телом, Наклз способен сокрушать целые армии роботов Эггмана в одиночку. А уж если они с Соником работают командой, их практически не остановить. И хоть Наклз не умеет так быстро бегать, как Соник, и летать так далеко и высоко, как Тейлз, у него есть свои неоспоримые преимущества. Например, большая физическая сила, дополненная шипастыми перчатками. Равных в ближнем бою Наклзу практически нет, поэтому роботы Эггмана попросту обречены на немедленную утилизацию. Несмотря на весьма вспыльчивый характер и чрезмерную доверчивость, Наклз все же остается верен своим друзьям и своему, как он сам говорит, святому долгу охранять главный изумруд на острове Ангела. Это единственное, что осталось от его древней и некогда великой нации. Наклз редко проявляет свои настоящие чувства, однако на самом деле он очень дорожит своими друзьями. Наклз просто обожает есть виноград, а также искать сокровища, используя свои перчатки как лопатки. Вот таким образом у меня получилось слепить фигурку ехидны Наклза. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, поддержите наш канал. Также можете подписываться, если не хотите пропустить следующее видео.
Также приглашаем вас вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на Инстаграм. Все активные ссылки есть в описании под видео.